Какое главное место в квартире? Это кухня. И я говорю это не как человек, который любит поесть, а как человек, который любит общаться со своими близкими. Ведь это место притяжения, место встреч. А как сделать кухню удобной, современной, красивой, комфортной? Вот это вопрос открытый. Я отправился за идеальной кухней в Евразию. Там легко найти современные решения для дома, меняющие качество жизни. Выбор кухонь огромный, на любой вкус и под разный бюджет. Кухню нужно выбирать через призму вашего характера, вашего понимания жизни, вашего уклада жизни. В первую очередь мы обращаем внимание на столешницу. Столешница должна быть вандалостойкая, она должна хорошо мыться. Конечно же, нет ручек. Нет ручек – это в первую очередь нет шума. Раковины я люблю, когда они идут вклеены снизу. Это всегда нас избавляет, нас, девочек, избавляет от лишней мойки. Для каждого свои идеалы кухни, но функциональность ценят все. Чтобы все было под рукой и ни один сантиметр не пропадал зря. Важна каждая деталь. Сантехника, выдвижные механизмы, фасады. А воедино интерьер соединят фартук и столешница. В Евразии можно найти варианты от современных, таких как кварцевый агломерат, до проверенных временем. Я про керамогранит. Здесь представлено множество вариаций, которые сейчас актуальны. Это хороший вариант для напольного покрытия, это очень стойкий. Это хороший вариант для столешницы, для фартука. Иногда сложно понять, как тот или иной элемент будет смотреться в интерьере. Чтобы вам было проще, в Евразии представлены уже готовые решения. Евразия – это 5 этажей интерьерных решений. Где выбрать кухню и керамогранитную плитку? Теперь я точно знаю, торговый центр «Евразия», РБК «Пермь» рекомендует.